Директор школы номер 3 Наталья Иванова не в первый раз сдает такой серьезный экзамен, как приемка школы, и все равно волнуется, как выпускница. Хотя постаралась сделать все, чтобы никаких нареканий у комиссии не было. На ремонтные работы было выделено 1 346 892 рубля 19 копеек. Все эти средства были направлены на ликвидацию предписаний Пошнадзора, Роспотребнадзора, Технадзора и по видеонаблюдению еще замечание было. Значит, что было проведено в летний период? Ремонт спортивного зала, ремонт туалета второго этажа для мальчиков, ремонт освещения в спортивном зале, замена окон в спортивном зале с одной стороны и ремонт раздевалок спортивного зала. Комнатные растения в коридорах добавляют ощущение домашнего уюта. В классах идеальная чистота. Все документы подготовлены. Документация по технике безопасности делается в течение учебного года, поэтому нормативно-правовая база готова уже к началу учебного года. Аптечки проверяются в течение учебного года, поэтому проблем у нас по охране труда нет. Члены комиссии были очень внимательны и заглядывали буквально в каждый угол, не оставляя без внимания ни туалеты, ни хозяйственные помещения, ни учебные классы. Особое внимание уделялось столовой и, безусловно, пожарной безопасности. Комиссия приняла учебное заведение без особых замечаний. С 30 июля мы начали приемку наших городских школ. За этот период уже проверили практически все школы. Без замечаний принято у нас всего лишь несколько. Это, можно перечислить? Ну, например, в идеальном состоянии подошла к сдаче школа номер 9. Сегодня вот мы видим школу номер 3, которая тоже, в принципе, уже готова к приемке наших учеников. Есть единственное небольшие замечания по территории. Школа старая, территория проблемная. Но я думаю, что к 1 сентября, я уверен, что к 1 сентября территория будет полностью приведена в нормативное состояние. Особенные похвалы заслужил медицинский кабинет. Видите, о медицинском вообще можно вот приходите, смотрите, принимайте опыт. Очень хороший кабинет сделан. Школа для Натальи Ивановны – это не просто работа, это ее жизнь. Осталось совсем немного времени, когда школа распахнет двери для своих детей. Мы с удовольствием всех ждем наших учеников в школу. Мы готовы, вы видите, все чисто, вымыто. Учителя подготовлены, учебники закуплены. И я надеюсь, что нашим детям будет уютно учиться в школе. Приемная комиссия положительно оценила подготовку школы номер 3 к новому учебному году. Но главную отметку учителя все-таки получат от учеников, которые придут в школу 1 сентября. Yeah.